Привет! Продолжаю сегодня рассказывать закулискины истории на балкончике. Итак, сегодня я познакомлю вас с творчеством замечательного писателя Александры Артемовой. Она написала замечательное произведение под названием «Сказки старого лиса». Ну, это сказки, да, ну, как вы поняли. Честно говоря, их бы мог, конечно, рассказать и сам лис, но, понимаете, честно говоря, он застрял сейчас на карантине в польских лесах и попросил меня прочитать вот его, собственно, рукописный вариант. Я думаю, вы не против, да, если я озвучу эту историю? Итак, сказки старого лиса. Каждый вечер маленькие лисятки приходили в гости в дом дедушки Лиса. Многие из малышей приходили с дедушки внуками. Некоторые были просто соседскими ребятами. Но все до одного звали его дедушка. В доме всегда горел камин, пахло травами, а дедушка каждый раз рассказывал детям разные сказки. Итак, первая сказка. Заяц-сладкоежка. Жил в лесу один зайчонок. И до того он любил конфеты, что и совсем перестал есть морковку. И так это надоело зайчьему животику, что тот взял и заговорил. «Хочу, — говорит, — морковку! — сказал ему животик. «Ой! — сказал зайчонок и подпрыгнул от неожиданности. «Хочу, — говорит, — капустку! — снова сказал животик. Ай! И снова от удивления подскочил зайчонок. И стал он с тех пор говорящим. Да не зайчонок, не зайчонок, животик его. Подойдет зайчонок к маме, чтоб конфет попросить. А животик ему кричит, громче него кричит: «Хочу супчика!» И мама радостно накладывает тарелочку супа. А бывает и так, что играет он, ну, с друзьями в мячик, а животик как загласит: «Хочу капустку!» Да. А друзья удивляются. «Ну, мы же только что начали играть, а ты да-да-да-да-да-да-да!» Но попробуй потом докажи им, что это живот сказал. Эх. А однажды вообще зайцу пришлось из-за своего живота краснеть. Идет он по дорожке и видит на скамеечке сидит знакомая зайчишка. Зайчишка красавица. Ну и задумчиво грызет морковку. Наш зайчик очень долго стеснялся, конечно, но все равно набрался смелости и сказал: «Привет, перелистни, пожалуйста, рукопись сейчас». Так, рукопись. Так. О! «Привет», — говорит он ей. А она ему: «Привет». Улыбнулась ему в ответ. Зайчик от счастья весь прям вот расцвел, как вот эти вот цветочки. Угу. «Хочу морковку!» — пронзительно запищал его животик. «О-о-о! Нахал!» — сказала зайчишка и ушла. Эх, и так грустно стало зайчонку, что он сказал:
Ну что же? Ну вот что же мне теперь с тобой делать, а? Вот я люблю конфеты, а ты любишь морковку. И ты мне вечно все портишь. Вот давай договоримся, ответил животик. Ты меня кормишь полезной едой, а после еды кушаешь конфетку, но только всего одну, потому что много вредно. Ой, давай, но тогда ты перестанешь болтать без умолку и станешь неговорящим, как раньше, хорошо? Согласен? Буль-буль-буль-буль. Ой, это кто? Это твой животик. Это животик зайчонка. Он так согласно заурчал. И стали они с тех пор жить дружно. Вот видите как, очень важно уметь договариваться. Особенно со своим животиком. Ой, ну я-то ем только полезную еду всякую. Да. Ну что, до новых встреч. Пока.